Ебаться, я видел, как Квантум убил прямо только что при мне Хелдора. Да это я сейчас просто в афиге думаю, откуда ты появился. Among Us. В этой серии. Просто чем ты нажал, блядь? Я чиню свет, выключаю, получается. Ну, что выключаешь? Окно, короче, там просто окно. Какое окно? Переключатели. Ладно. Поставь лайк, подпишись на канал, если ты еще не подписан. Приятного просмотра. Я сделали предатель. Мне кажется, что я так красиво просто не смогу затащить, чуваки. Так, что по камерам у нас? Давай-ка чекнем. Ага, реактор, секьюрити. Кратос забежал сюда вместе с Хелдором. Ага, смотри, Хелдор так вернулся. Он думает, что я его не вижу по камерам. Хелдор стоит у секьюрити вместе с Кратосом. А, нет, стоп, тут еще и такс был. Окей, пойду выполнять задание. Типа буду делать вид, что выполняю задание. Я запрыгнул в люк прямо при Фросте. Ты серьезно? Фрост запрыгнул в люк прямо при мне снизу возле щитов. Я посмотрел. А-а-а. Смотри, описывай. Что ты сделал? Смотри. Давай, ты, куда ты посмотрел? Смотри, к люку что... подошел просто так. Смотри. А как ты увидел? Подожди, как... Смотри. А, ты саму анимацию видел? Али. Да, я видел анимацию. А, я стрелял по метеоритам. Смотрю, идет Дизари. Думаю, в прошлый раз меня рассекретили, когда я пошел вниз и пропал, потому что прыгнул в люк. Думаю, пойду проверю. И бегу опять прыгнул Дизари, в люк. Короче. Не, я его, короче, теряю из вида. Пошел вниз, посмотрел к щитам. Мне показалось, как будто Пози из люка вылазил. Потом он... Чего? Пошел, чего? Ним. Я... Нет. Да, конечно. Всю эту херню, что конечно. Это люди видел на камерах. Это Пози. И кто я это да? Все видел. Почему на я? Вот кто этому, ты так? Кто ты так? Я не видел кто, но я видел, как бегал и Фрост, и Пози, и в конце концов... Это Пози, это Пози, это Пози, это Пози. Отлично, я вкидываю за Фрост. Я на камерах это сидел. Это Пози, Ема. Это Пози, это Пози. Почему? Это скрат, почему? Глазуки, объясни, объясни, почему я. Агрессивно себя ведешь. Агрессивно. Ну ладно, вы проиграли, чуваки. Ну ладно, ладно, вы победили. Сколько можно быть предателем, алё? Давайте еще раз. Сделайте меня еще раз предателем, пожалуйста. Я думаю, что есть смысл просто меньше говорить. Да, я это себе тысячу раз говорю, но нужно реально придерживаться этой тактики. Ого, смотрите, сколько в электричестве у нас квестов. Офигеть. В электричестве просто джекпот. Если это Хелдор, то вероятнее всего сейчас вырубится свет. Нет, свет у нас никто не выключил. Значит, это не Хелдор. У Хелдора любимая тактика сразу вначале устраивать саботаж и вырубать свет. Что это такое? А, видимо, сюда нажать. Да ёлки-палки. Раз, оба. Да ёлки! Фу, я выполнил это задание, это было сложно. Здесь ползунок поднимаем. Так, смотри-ка, Кратос. Кратос, Кратос, Кратос. Как-то он подозрительно показался у меня на глазах, чисто чтобы отвлечь внимание. Что-то мне это подсказывает. О, чё? Это кто? А, это Дизари. Такой жёсткий? Это Дизари. Троих сразу как? Мы были... Смотрите, чуваки, мы в электричестве с вами были секунд 20 вместе. То есть физически невозможно. Смотри, Хелдор, да, ты выходил с электричества, мы вместе с Кратосом были. Но я не думаю, что это Дизари. Уверен в этом на 500%, что у него не хватит скилла троих завалить. Это Дизари. Я пошел, я выполнил два задания. Я вообще в чистом. Какого хрена, блин, его не заметили. А Пози, ты меня только что видел, как я справа у комнаты связи. Где я тебя не видел у комнаты связи. Ты был в хранилище в правой части. В каком? Нет, я там не был. Ты был в хранилище. Я с Антоном побежал из электричества наверх. Чё? Это Пози, раз он врет. Мы с Антоном вместе были. Я видел в хранилище. Мы с Антоном вместе были. Где я в хранилище был? Чё? В хранилище я тебя видел. Ты всех убивал. Ты вообще не стыдно друзей своих. Это Дизари, я вам отвечаю. Ладно, это стоп, так это я либо Дизари? Так кто? Определись. Это Дизари. Нет, я не думаю, если были с Кратосом. Если были с Кратосом вместе, то это Дизари. Ладно, если были нет, не Дизари, нет, это... О, чуваки, чего? Это Дизари! Ну все, Кратос, мы проиграли, это Хелдор. Нет, мы не проиграли, Дизари, нас четверо походу. Осталось. Или это да, Пози, да, я не понимаю. Конечно, я, Антон. Но это не может... Может это... Нет, не может быть Пози. А, так стоп, он ты же говорил, что это мной. Я. Что? О, чуваки, короче, это Хелдор. Засекайте просто. Я буду бегать возле кнопки.
Дизария, да, конечно. Нет, нет, это не Дизария, это ты, Халдор. Это Дизария, это Дизария, это Дизария. Я уверен в том, что это Халдор. Дизари, скажи что-нибудь свое оправдание. Заруиним катку. Я просто, мы идем, чинится свет, я чиню свет, выключаю, получается. Что выключаешь? Окно, короче, там просто окно. Какое окно? Переключатели. Ладно. Там лежит труп, я делаю репорт. Дизарь, до свидания. Как на окно закрываю. Только я первый побежал в электричество. Это падла меня первый откинула, просто убила. Да. Выключает свет он. Выключает он свет, гениально. Фу, я член экипажа, сейчас будем на изи вычислять всех убийц. И я предлагаю после этой катки сменить карту. Потому что я изрядно подустал играть на космическом корабле. Хоть эта карта и супер крутая, но хотелось бы уже начать играть на каких-то более серьезных картах, типа лаборатория, там, где находится вот эта вот снежная штука. Я, кстати, ни разу не завершал катку по выполнению всех тасков. Мне кажется, это будет топ-1 моя ачивка. Так, смотри-ка, Кратос, Фрост тут у нас, да, тут Квантум пробежал мимо. Как думаете, если сейчас было какое-то убийство, то, вероятнее всего, оно уже произошло. Так, Фрост, либо Кратос. Оу, как-то подозрительно, Фрост бегает здесь, рядом с Кратосом. Как-то подозрительно. Ладно. Давайте мы с вами поднимемся вот сюда. А, нет, стоп, здесь ничего нет. Так, а тут у нас кто? Тут у нас так стоит. Посмотрим, что происходит по камерам. Дизари бежит. Кратос забегает. Ага, пробежал Дизари. Окей, Квантум бежит. Возле кафетерии двигателя. Со стороны медотека. Так, окей, поднимусь наверх. О, что это такое? Ага, цепочку завершили. Спущусь вниз. Ну что ты, Кратос? Что ты, Кратос? Как-то подозрительно. Прикиньте, если меня сейчас Дизари убьет. Таск выполнен. Давай, идем дальше. Починить проводку. Нам нужно еще 3 проводки починить. Я почти все свои таски завершил, серьезно. Ха, смотри, я прям под камерой. Дэнс, дэнс, дэнс. Выполним здесь квестик. Скачиваем файлы. 19 часов. Какой здесь ужасный интернет в космосе. Просто зачем ты нажал, блядь, на кнопку? Котов, ублюк на камеру. Чего? Что? Чего что произошло? Че с Антоном? Ну, что случилось? Закрыта дверь в камеры. Я вижу то, что кто-то запрыгнул в люк и бежит в электрощитовую по люку. Я бегу в электрощитовую и говорю, это не нажимай только репорт. Он нажал. Короче, смотрите, какая у меня есть инфа. Дизари, вероятнее всего, мирный, потому что мы с ним чинили проводку сверху. Короче, чуваки, под подозрением либо Квантум, либо Кратос. Это не Фрост, сразу говорю. Чуваки, голосуйте. Ладно, это Кратос. Это Кратос. Какой это Кратос либо шаг. Квантум. Два не варианта. Факт. Два варианта. Я при чем здесь вообще? А, ну, Квантум ну, ты как-то, не знаю. Ты, кстати, ты бежал, ты пробегал возле медотсека, когда мы спускались от камер вниз. Мне кажется, что это Кратос. Ну, я почему-то прям в этом уверен. Какой ужасный здесь инет. Еще раз хочу это подметить. Что-то как-то долго загружаются файлы. 1000 лет простояли на одном месте. Да и... Это Квантум. Окей, это был Квантум. В комнате связи меня убил. Играем на 2 предателя. И будем играть на другой карте. Это у нас не космическая станция. Надо же. Раз в 1000 лет. А, кстати говоря, задание на посадочной капсуле я выполню. Кораблик летит. Вот так вот быстро. Оба. Задание выполнено. Свет вырубается. Поворачиваем ключик. Что? Я видел! Отлично, отлично. Отлично. Это медалист. Это медалист. Не, чуваки. Я знаю. А кто на камерах был? Я на камерах был. Я видел, как так с ушел в этот, ну, не вентиляцию, а в дыру эту. Откуда он ушел? Он в дыру слева. Стой. Сань, не перебивай, не кричи, пожалуйста, смотри. Где он ушел? Где он вышел? Куда он запрыгнул? Сразу слева от спавна. А, все, значит, это так. Даже слева не был. Да, медалист стоял на спавне. Смотрите, если это не такс и не медалист, то значит Халдор, вероятнее всего. Окей, без проблем. Хорошо, был желтый народ, который убежал. Потому что я видел, как медалист стоял на спавне, и рядом с ним стоял Квантум. Я в последний момент переключаюсь на камеры и вижу, как он запрыгивает. Короче, если это не так, значит голосуй. Это Халдор. Это не так, оказался одним из предателей, что? Так, ладно. Значит, нам нужно найти второго предателя. Мы первого вычислили буквально за пару секунд. Через дезинфекцию надо. Нет, лаборатория слишком далеко. Так, смотрите. Кто не смог добежать до лаборатории, как минимум до дезинфекции, так это бы Люфи. Потому что он бежал от меня секунд 5 назад, поэтому за Люфи я ручаюсь. Через дезинфекцию заходил Дизари и, по-моему, Кратос, если я цвет правильно. Вероятнее всего, Кратос, кстати. Кратос я видел последний раз секунд 25 назад. Меня поезд видел, я пошел обратную сторону. Нет, я тебя не видел. Я тебя не видел, Фрост. Я был снизу офиса. Ты стоял, где дырка такая фиолетовая, и ты туда вверх пошел, что-то чинить. Я
Ты видел, как ты сканировался, Фрост? Я не заходил на сканирование, ты стал на сканировании. Ладно, это Кратос, чуваки. Кикаем Кратоса, если что, за ним улетает другой. А почему Кратос? Ну, потому что он первый заходил, кто мог там находиться. Поздравляю вас! Минус два предателя. Это было слишком просто. Мне кажется, или я самый первый всегда прогружаюсь? Так, выбросьте мусор в О2. О, знаете что, я пойду в сторону электричества. Хоп, кто-то вырубил свет. Кто заходил в свет, скажите, пожалуйста. Куда? В электричество? Медалист. Медалист и я. Я первый выполнял задание, сзади меня зашел медалист. Ну, мне кажется, это медалист. А почему свет если вообще это, не починили если даже? Если мы починили свет только в самом конце. Ладно, окей, по голосу это точно не понял. Если, ладно, если это не я, кикните меня. Ой, точнее, нет, если это не медалист, кикайте меня. Ну не, по голосу Пози точно не предатель. А может баланс? Окей, баланс, можете кикнуть меня, да, если вот что. Я тоже подумал. Можете кикнуть чего? Меня. Ну, а, фиг понятно, знает, мне Халдор кажется, Пози не предатель. Не, мне кажется, Пози не предатель. Халдор говорит очень иронично, понятно. Это 100% Халдор. А электричество мы реально не починили. Квантум? Почему 10 секунд стояло квантум? Так, я буду искать тела. Кто пошел сейчас в электричество? Давайте мы с вами почекаем. Опа, квантум бежит с электричества. Дизери и Халдор здесь. Чуваки, Лёха, Дизари, вы видели, как я сейчас с камер стартанул? Быстро. Нет, не видел. Ты, в смысле, ты опять все не видел? Ладно, Дизари, ты видел, как я с камер стартанул резко? Потому что Фрост убил Люфи прямо на камерах в офисах. Я за Халдора вкидываю, да. Даже не оправдывается. Вы что сделали? Это все предатели у нас три или два? Кто за меня три проголосовал? Так, вероятнее всего, Фрост был предателем, потому что он даже не оправдывался, да? Вот тут за мной как-то квантумец бежит. Как-то подозрительно он за мной бежит. Мне это прям что-то не нравится. Мы с вами сделали только что прям почетный трюк. Так, у нас на улице вроде как есть квесты. Давайте-ка вот здесь выполним задание. Это такое, знаете, неприметное местечко, на которое почти никто не обращает внимания. Так, вот сейчас главное не облажаться. Фу! Самая опасная миссия в игре была выполнена. Так, вот здесь у нас планшетик. Раз, два, три, четыре. Готово. Так, у меня репорт, квантум, давайте я скажу, секунду, тихо-тихо. Мне не интересно, я видел, как Квантум убил прямо только что при мне Халдора. Мы с Халдором стояли вместе. Квантум не мог убить. Да, Квантум убил, Квантум убийца, ты сейчас говоришь полный бред, без оснований, никаких, вообще никаких. Так ты тоже сказал, Квантум, что он убил. Квантум убил его прямо при мне, потому что мы с Халдором находились вместе. Мы с ним находились на камерах вместе и Дизари. Дизари стоял вместе с Халдором на камерах, я находился правее. По поводу Фроста он не прогадал, второй Квантум. Квантум, засекайте Квантум, чуваки. Да, это я сейчас просто в афиге думаю, откуда ты появился. Да, вот я про это и говорю. Лёха просто из-за угла выходит. А в какой момент ты откуда вообще вырулил? Ты откуда появился? Я стоял, квест выполнял, ты Халдор побежал вниз, ты посмотрел на меня на Халдора и убил Халдора. Да. Я не видел тебя даже. Он был там, мы вместе стояли. Я не видел его. Ну что ж, поставь свой лайк, подпишись на канал, если ты еще не подписан. Увидимся с тобой в следующих видео. Пока!